Кэмерон Диас решила сделать перерыв в карьере. Актриса сосредоточилась на семейной жизни со своим мужем-музыкантом группы Good Charlotte Бенджи Мэттоном и хочет стать мамой. Она даже заявила своим агентам, что в ближайшее время не собирается обсуждать никакие деловые предложения. «Я живу именно так, как всегда хотела». Кэмерон вышла замуж за Бенджи Мэттона в январе этого года. Хотя раньше заявляла, что замужество и семейная жизнь не для нее. Видимо, к 42 годам Диас наконец-то повзрослела.